заходит дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам. Счастьем поделись другим. Мы начали творческую встречу. Мы вещаем из Петербурга. Очень рады снова встретиться с вами на нашей творческой платформе. Сегодня у нас удивительная музыкальная и поэтическая встреча, которую мы проведем совместно с нашими творческими друзьями. Ирина Авакова. Ирочка, здравствуйте. С Ириной многие из нас уже знакомы. На всякий случай я напомню, что Ирина поэтесса, член Российского союза писателей, член литературного общества «Огни гавани» и «Красносельская лира», дипломант фестиваля «Елагин остров», «Цветок в петлице Петербурга» и «Петербургские строфы в стихах и песнях». В прошлый раз Ирина познакомила нас вот с такой чудесной книжечкой, со сборником своих стихов, и некоторые наши читатели стали обладателями этого замечательного сборника. Вот, Ирина Николаевна, наша удивительная, осенняя, яркая, показывает, демонстрирует. Да, спасибо большое, Ирина Николаевна, обязательно потом пообщаемся, спросим ваши отзывы. Удалось ли что-то почитать? Я думаю, что наверняка. Ирина сегодня пришла не одна, и мы продолжаем, дорогие друзья, знакомить вас с яркими, талантливыми современниками. У нас в гостях Сергей Александровский, поэт, композитор, автор-исполнитель из Петербурга, дипломант городских международных песенных конкурсов и фестивалей, пишет музыку как на свои стихи, так и на стихи многих авторов. И как вы, наверное, успели догадаться, и на стихи Ирины. Сергей, здравствуйте, рады вас приветствовать. Добрый день, добрый день. Я тоже рад вас встретить, всех познакомиться. Вот, ну и, наверное, будем общаться поближе, да, и почаще. Спасибо большое. Что ж, дорогие друзья, мы желаем всем нам теплой, уютной творческой встречи, всем хорошего настроение. Я хочу поприветствовать всех остальных участников нашего онлайн-совета. Вестник Саша, здравствуйте. Ирина Николаевна, да, отца Ижевск уже поздоровались. Отца Владимир, Тольятти, на связи Санкт-Петербург, Набережные Челны, Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Самара, Тула, Нижний Новгород, Казань. Тамара, здравствуйте, наша творческая гостья. Дилерский центр «Владимир-1». Здравствуйте. Очень рада видеть вас. И Пенза у нас на связи. Гульфира Абдуловна, отзывчивая наша, пишет из города Набережные Челны. Ирина, благодарю вас за подаренный авторский экземпляр сбора. Спасибо огромное, дорогие друзья, за отклики. Ну что, мы начинаем. Ирин, вот очень хочется предоставить вам слово, пригласить вас к микрофону и послушать ваши замечательные стихи. Ну, спасибо большое. Я очень рада всех видеть, и до такой степени уже рада видеть знакомые лица. Прямо они стали для меня родными, можно сказать. И большое спасибо. Я надеюсь, что вам хоть что-то из моей книжечки понравилось. Но поскольку у нас тема «Краски жизни», я вот хочу небольшое вступление сделать и про стихотворение. Значит, я считаю, что очень важно, чтобы хорошее настроение нас сопровождало в жизни, вне зависимости от погоды. А настроение мы должны создавать себе сами. Никто нам не поможет, если внутри у нас не будет радости. Ну и я считаю, что вот в любой даже самой серой фразе, даже самой скучной, совершенно вдруг меняется смысл, если в конце этой фразы будет стоять восклицательный знак. А эта фраза сразу окрашивается радостью, хорошим настроением, поэтому стихотворение об этом. Монолог восклицательного знака. Я строен, словно кипарис,
Я воспарил над точкой. Я друг театров и актрис. Заканчиваю строчку, когда усилить надо смысл и сделать ярче фразу. Со мной отчетливая мысль сверкает, словно стразы. Эмоции жар в себе несу, нюансы интонации и речи придаю красу. Живу в конце оваций. Слова без цвета оживлю, внесу в них цвет и краски. Ах, как же я себя люблю! Прикрою скромно глаз. Какая прелесть! Спасибо большое. Действительно, хочется поставить в конце каждой строчки восклицательный знак. Ирина Николаевна наша улыбается. Подключайте микрофон, поделитесь впечатлениями. Дорогие друзья, Ириночка Авакова, я по отчеству. Тоже Авакова, Ирина. Вы сегодня такая красивая, просто прелесть вообще. А я, тем более, я уже держала в руках книгу, я по-другому-то уже как-то и не могу. Я всю ее прочитала, я открыла посылку, я ее не стала. Я скорее схватила стихи, начала читать. Вообще, хоть каждое стихотворение куда-то прям, ну, еще публикую, кому-то с кем-то делиться хочется, потому что, ну, нравится, невыносимо, с женщинами хочется им прочитать. Ну, ВКонтакте там написала два стихотворения, ну, подписала, что это ваши стихи, поэтесса Санкт-Петербурга, Ирина. Ну, просто, ну, невозможно не поделиться, поэтому, а хочется от души. Кому-то еще рассказать, донести, показать, что вот у нас тоже есть такие поэты, которые нравятся, не только Пушкин и Есенин. Есть и смешные, конечно, пропитанные грустью многие стихи, но есть же просто юморные, как, например, я завтра, а в понедельник я начну худеть. Но это же вообще... Ко всем относятся, женщинам, они же все прямо... А вы, наверное, Сергей Александровский, спасибо. Вот Сергей опять тоже без отчества, вы, наверное, будете петь сегодня эту песню? Нет? Нет у вас этой песенки в репертуаре? Вообще эта песенка, конечно, есть, но не в моем репертуаре, а ее поет Светлана Дольче. Вот, но у нас было совместное творчество в этом плане, вообще. Именно этой песни. Вот, вместе со Светой Остапчик, с Ириной Аваковой. Вот, есть даже я видео. Точно угадала, самое популярное стихотворение, что и спели уже его, и все сделали, потому что оно необыкновенное, там не так, оно не такое, в общем-то, по объему большое. Ириночка, вы меня извините, подошли, ладно, я это пока отключусь, вас буду слушать, ну, в смысле, я звук выключу. Да, спасибо вам огромное, наша отзывчивая Ирина Николаевна. Да, давайте вот переключимся на нашего творческого гостя. Хочется очень знакомиться поскорее с вами поближе. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот вы композитор, да, вы поэт. А все-таки вот если посмотреть на ваше творчество, да, вот что, ну, может быть, больше нравится, не совсем корректный вопрос. И, может быть, что вам ближе, да, музыка или стихи? Или нету никакой разницы? Или, может быть, чему вы больше времени уделяете? Вот немножечко нам расскажите, поделитесь. Ну, вот вообще-то вопрос очень сложный. Вот, есть очень хорошее стихотворение у Александра Розенбаума на этот счет. «Стихи и музыка, не разделяю вас». Вот. Я, конечно, его сейчас не вспомню и не смогу процитировать полностью, но слова без музыки мертвы, вот как и музыка без стихов. Но вот в стихах есть определенная музыка, вот кто-то ее слышит, кто-то не слышит. Для меня... Все-таки первоочередное, наверное, все-таки это слова. То есть о чем? Когда звучит музыка, мы все можем представлять что, все, что угодно. Рисовать себе картинки какие-то. Вот. А когда уже есть слова, стихи, все-таки они
выражают свое ощущение, какое-то свое настроение, свое мировоззрение. В общем, есть что сказать, о чем поделиться. Спасибо большое. А вот наедине с собой вы вообще поете? Ну, вот так сказать, для себя, для души. Я скажу, я пою наедине с собой, для себя значительно больше, чем где-либо. Вот. Не потому, что мне не хватает там каких-то выступлений или концертных площадок, нет, а потому, что мне это доставляет больше удовольствия. Угу. Ну, спасибо огромное, да, вот к нам редко заходят такие гости, музыканты. Будем очень надеяться, что такие встречи будут чаще, чаще и чаще. Спасибо вам огромное. Обязательно вернемся к нашей беседе. Хочу слово Ирочке нашей предоставить. Наверное, у нее есть еще какие-то стихи, которыми она хотела бы продолжить наш творческий вечер, и мы потом немножечко пообщаемся с гостями. Ну вот следующее стихотворение называется «Ожидание». Черно-белые краски зимы не дают для фантазии выбора. Снегопадом заботливо прибрана разноцветная радость земли. Опускается белый покой на усталые хмурые улицы, и под светом фонарным красуется белых мух суматошливый рой. Бесконечная черная ночь отдается рассвету безропотно, понимая по горькому опыту, что к июню отправится прочь. Яркой радуги вещи и сны оживут, оживая от шепота нежного, упорхнут из неволи заснеженной, устремляясь в объятия весны. Ну, все мы ждем весну, которая после зимы рассвечивает нашу жизнь яркими красками. Хотя я уже сказала, что самое главное, чтобы у нас в душе все-таки была радость, были краски, было желание что-то делать. Но все равно зима немножко, ну, особенно вот на нас, мне кажется, на нас, на тех, кто живет на севере, конечно, немножко она нас... наводит на нас грусть, так скажем. Да, спасибо большое. А мы сейчас спросим нашу уважаемую Надежду Петровну, какие чувства навеяло стихотворение, и, может быть, второй вопрос, да, как на вас влияет наша петербургская зима? Вот она пришла со снегом, а сейчас уже все растаяло, и действительно, вот серые, черные прям краски. Ну да, и не надо, откуда... Здравствуйте все, надо забыл поздороваться. Подожди, Таня. Вот. Мягко сказала, да, там навевает. А тут не то, что навевает, тут вообще просто убивает. Я не могу, я вот это время до 22 там, декабря мне бы дожить, там хоть по минуте начинать прибавить, потому что вот этот период, это все. Это такой депресняк, честное слово, потому что невозможно, конечно, вот это все переносить. Я не знаю, может быть, у меня такая вот чисто настрой. Я вообще люблю очень свет, жару люблю. То есть вот это все, да, мне кажется, это все любят. А тем более наша бесснежная зима, нет, ну снег, ради бога, ну был бы снег, ну был бы мороз, я бы перенесла это, ну вот, это мне очень тяжело. Я вообще хочу сказать, вот когда такие встречи проходят, когда читаю Перин свои стихи, конечно, особенно мне юмор нравится, которые такие, вот, шутейные которые, намного легче, вообще не только Ирина, конечно, когда начинаешь вот какую-то такую литературу читать, оптимистическую, под пледом сидя, то, в общем-то, и ничего. Можно и дождаться 22 декабря уже. Так что очень спасибо тем, кто творит. Тем, кто творит и нас радует. Спасибо большое. Благодарю вас за добрые слова. Можно я вмешаюсь? Вот тогда я вас приглашаю. Будет большой концерт скоро. 14, 15, 16, книжные палаты. Найдите по поиску и приходите нас послушать. Мы будем вам поднимать настроение с удовольствием. Спасибо огромное. Сергей, а скажите, пожалуйста, вот вы вообще оптимист по жизни или реалист? Ну, хочется верить, что оптимист. А вот даже у самых заядлых оптимистов случаются, ну, такие вот приступы, я бы сказала, плохого настроения. Вот вы как с этим боретесь? Поете себе или там, не знаю, чем-нибудь балуете вкусненьким?
как вот выходите из положения? Ну нет, ну вообще-то, конечно, поем. Конечно, читаю, пою, слушаю кого-то из авторов, исполнителей, из поэтов. Перечитываю по нескольку раз, потому что интересно получается, что в одно настроение это стихотворение будет казаться рисовать одни картинки, в другое настроение другие. Вот, кстати, у Ирины много таких стихотворений на любую ситуацию, на любое настроение у нее есть стихотворение. Вот. Ну а вообще, что касается вообще красок и красок жизни, то я считаю, что самые яркие краски дарит только любовь. Вот. Любовь окрыляет, вдохновляет. Ну, сами вспомните, насколько яркие краски жизни, насколько все это разнообразно, когда есть любовь. И с другой стороны, когда любви нет, как у Расула Гамзатова, помните, любовь не петушиная забава, она нас поднимает в высоту, нам горек хлеб, когда уходит слава, когда любовь уходит, жить не в моготу. Вот. И когда любовь уходит, конечно, все становится скучным, серым. Ну и вот, значит, если хотите, чтобы жизнь наполнилась яркими красками, нужно просто влюбиться. Спасибо большое за совет. Здорово, действительно, мир держится на любви, да, и все, что мы не делаем, да, все должно быть с любовью, да, с любовью ко всему, к жизни в первую очередь. И, конечно, должен быть обязательно близкий человек, какое-то близкое существо, да, которое вот мы будем обнимать, целовать, у которого будем искать защиты, вдохновения, опоры какой-то. Да, спасибо вам большое за такие душевные слова. Ирина, мы к вам возвращаемся. Вот у вас много разных таких стихов, а вот что-нибудь действительно вот такое для настроения, что-нибудь шуточное вот из того, что нам наша уважаемая Ирина Николаевна привела в пример. Вот если получится, мы были бы благодарны. А я сейчас, пока Ирина готовится, я зачитаю комментарий. Кстати, о серой погоде. Спасибо большое, отзывчивый Петербург нам пишет. Сегодня почему-то вспомнилась сказка Валентина Катаева «Цветик семицветик». Очень хочется, чтобы кто-то подарил такой цветок, и мы смогли вернуть солнышко, тепло и голубое небо. Здорово. Нам вот сегодня счастье жизни наши уважаемые Сергей и Ирина принесли цветочки, розочки. Это очень приятно. Спасибо большое. Действительно, вот в душе распустились цветы, поселилось тепло. Ой, к сожалению, меня ничего не ищет. Хорошо, но я в процессе. Тамара, а вы готовы с нами пообщаться? Подключайте микрофон, поделитесь. Тамара у нас тоже поэт. Поэтесса, она рисует картины, пишет стихи, удивительная творческая женщина. Сейчас она попробует подключить микрофон и поделиться. И мы с ней уже близко знакомы, мы уже в друзьях, друг на страничке. Отлично. Ой, она временно исчезла, но будем надеяться, что вернется. Так, снова вернулась. Тамара, мы вас слышим, наверное, у вас работает микрофон. Ага. А что вы хотите услышать? Да, мы слышим только очень-очень тихо почему-то. А поделитесь с нами, вот. Ну, очень хочется. Вот скажите, пожалуйста, вы как часто пребываете, вот вообще, насколько изменчиво ваше настроение? Вот вы тоже творческий человек. Вам вот, чтобы творить, какое настроение нужно? Если я раньше считала сама себя, и меня считали оптимисткой, то сейчас я уже далека от оптимизма. Очень часто у меня депрессия бывает. Тогда рисую, много рисую. И это мне помогает. Маленькие миниатюрки, уже большие картины. Я редко там нужно вложением. Вот, да. И, причем краски это нужно в Витебске покупать, ехать куда-то. А миниатюрки это посильно, даже акварельки. Вот, это мне очень бодрит. Вот нарисую цветочек какой-то и довольна. Вы слышите меня?
Да, да, мы вас слышим. Спасибо огромное, да, за то, что поделились. А свои картины вы кому-то дарите или вы их себе оставляете на память? Ну, миниатюрки вот эти. Да, и сегодня уже одну можете ВКонтакте посмотреть. Зайдите. Сегодня уже до обеда тоже одну уже налепила. Ну, вот я, например, видела у Тамары, у нее на страничке целые выставки картин. То есть есть галереи, которые ей предоставляют помещение, она выставляет свои картины на всеобщее обозрение. И очень хорошие картины. Угу. Очень бывает. Так что, тоже вот по да. настроению. Но у меня вообще уже за период 3 выставки было. Первая, когда я только начинала, это были первые 23 работы. Ничего, что я занимаю эфир? Вот. Мы очень рады с вами пообщаться. Ну, вот первое, с удовольствием послушаем. Году, потом в 2013, и вот в этом году, в марте была выставка, там есть тоже видеоролик. Ну, я сама его делала некачественно, потому что я с компьютером не очень дружу. Знаете как, изучала методом тыка. Не то, чтобы литературу взять или на курсы пойти, а так тыкала, где-то компьютер подсказывала, где-то познакомилась, тоже в интернете познакомилась такая Лидия Лукашина, так она мне помогала, вот подскажет что-то, я научилась вставлять картины, и потом даже вот этот видеоролик уже сделала сама. Так что, если любопытно, можете зайти на мою страничку, я буду рада, знаете, все, наверное, художники и поэты тщеславные, хоть чуточку хочется, чтобы похвалили, я тогда рада, что день. Ну все, я заболтала, да, да, уже да, долго да, снимать эфир. Послушаем Ирину Николаевну. Это точно. Да, спасибо большое, да, Тамара. Я обязательно направлю ссылку на вашу страничку в наш чат. Да, Ирин, мы вас просим. Ну, наверное, расскажу, но моя беда в том, что у меня вот почему-то мало таких стихотворений, вообще мало. Ну, тем не менее, вот, например, такое, не знаю, насколько оно... Торжественно пышный обед, рецепты и семейный секрет. Разглажу улыбкой морщины, ведь рядом такие мужчины. Они говорят за столом, неспешно листают альбом, ведут деловые беседы, айфоны, футболы, победы. Пытаюсь понять разговор, немея впадаю в восторг. Реклама, заказ, мастерские, законы, статьи, докладные. Как можно все это уметь? Как можно все это успеть? Молчу, напряженно вникаю, вопрос в промежутке вставляю. Родные, ведь я ваша мать, мне хочется просто понять, когда вдруг мои малыши мужчин превратились в больших. Здорово, спасибо огромное. Действительно, да? Такое вот доброе, не знаю, такое вот простое, легкое стихотворение. Ну, в нем, конечно, глубокий смысл, да, когда вот дети всегда для мамы маленькие, да, на самом-то деле, да, вот многие, и сколько бы ни было лет, да, всегда ты для мамы будешь сынок или доченька, да. Тамара Михайловна, подключайтесь, пожалуйста, к нам, отце Киров на связи, поделитесь с нами впечатлениями, какие мысли, чувства навели на вас строки Ирины Аваковой. Вот сейчас про деток стихотворение было. Слышно меня? Здравствуйте, да. Слышно меня? Да. Всем добрый вечер. Ну вот в этом стихотворении, как говорил Сергей Александровский, про любовь, наверное, не такую, а про любовь мужчины и женщины. А в этом стихотворении четко прослеживается линия материнской любви к своим сыновьям. И она, наверное, я бы так сказала, самая сильная и самая долгосрочная, до самой смерти, от рождения наших детей и до их смерти. Мы всегда их любим, и вот такое бережное материнское отношение к своим сыновьям, к своим детям в этом стихотворении четко слышится. Очень приятно и сладко на душе слышать такое стихотворение, ну как-то таешь прямо от таких слов. Спасибо большое за такое творчество, которое вот настраивает на такой лад.
Очень понравилось стихотворение. Спасибо. Спасибо большое. Благодарю вас. Спасибо, да, спасибо большое, уважаемая. Да, уважаемая Тамара Михайловна. Сергей, а расскажите нам, пожалуйста, вот вас по жизни что больше вдохновляет? Не знаю, на музыку, на стихи, может быть, какие-то у вас места силы есть в Петербурге, а может быть, и не в Петербурге. Что это больше, люди, события? Вы знаете, я так вот сразу даже не могу на скидку сказать, но вдохновение рождает любовь. Любовь, да вообще все песни у нас про любовь, если вы посмотрите, про любовь к детям, про любовь к женщине, к мужчине, про любовь к родине. Вот. В основном, конечно, дарит вдохновение это чувства какие-то. Вот. Город, да, город это очень существенно, потому что, проходя по улицам города, волей-неволей окунаешься в какие-то такие на протяжении веков исторические моменты, представляешь, что здесь когда было. Ну и вообще просто так гуляя по городу, наблюдая вот эти шедевры городские, рождается вдохновение. Вот, и у нас с Ирой есть такая песенка одна, «Петербургский вальс». Как раз она говорит именно о вдохновении, о Петербурге. Да, спасибо огромное, Сергей. Дорогие друзья, приготовьтесь. Сейчас вашему вниманию прозвучит песня «Петербургский вальс». И мы обязательно поделимся впечатлениями. Слова Ирины Авакова и композитор Сергей Александровский. Тихо кружит в парках среди каштанов. Память хранит прежнюю жизнь, свежесть резных фонтанов. Город дождей, город творцов, драм роковых дуэлей, шир площадей, роскошь дворцов, звуков виолончели. Вальс петербургский, вальс петербургский, вальс, вальс, вальс вьется под облаками. Вальс как подарок, вальс как подарок, вальс, 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 вальс между нами. Вальс петербургский тихо звучит звоном над куполами. Чайки морской низко летит, плещется под мостами. Теплой волной радует нас музыка нежной скрипки, любящий взгляд ласковых глаз, счастье родной улыбки. Вальс петербургский, вальс петербургский, вальс, вальс, вальс вьется под облаками. Вальс как подарок, вальс как подарок, вальс, 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 вальс между нами. Вальс петербургский тихо плывет Невской водой к рассвету, магию слов, музыку, нот вижу в потоке. Светлый мотив в небе парит ввысь, в
увлекая души, он о любви нам говорит. Остановись, послушай. Вальс петербургский, вальс петербургский, вальс, вальс, вальс бьется под облаками. Вальс как подарок, вальс как подарок, вальс, 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 вальс между нами. Вальс петербургский, вальс петербургский, вальс, вальс, вальс бьется под облаками. Вальс как подарок, вальс как подарок, вальс, 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 вальс между нами. И хочется вам похлопать. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Вот нам пишут уже отклики. Действительно, необычайная легкость и песня, да, вот пропитанная, пронизанная любовью. Я хотела пообщаться с нашей уважаемой Любовью, которая исчезла внезапно из прекрасного белого города. Но мы обязательно Любу спросим о впечатлениях. Ирина Николаевна, поделитесь своими. Вот строки, музыка, что вам навеяло? Может быть, какие картины перед глазами предстали? Мама, песня льется, она вот такая текучая, переливается и льется. Сразу свадьбу представила, жениха с невестой. Вот они под эту песню вальсируют. Не знаю, как при свадьбе, уместно ли такого приглашать исполнителя. Мне кажется, это круто слишком будет. Так где-то камерно слушать, наверное, все-таки было бы приятнее. Не такие публичные какие-то выступления. Нет, я не о том, что спето плохо, наоборот, очень хорошо. У нас с эстрады половину надо гнать поганой метлой, потому что уже слушать невозможно и смотреть на них, на их облик, на морали. Не знаю, очень приятно. Спасибо, да, спасибо, Ирина Николаевна. Да, действительно, вот что-то волшебное такое. Я тоже... Да, и здорово, что есть такая возможность, что есть такие действительно талантливые душевные люди, с которыми можно погрузиться, да, вот в эту вот атмосферу просто, я даже не знаю, какой-то легкости, потому что все, что касается вальса, да, вот легкие воздушные юбки девушки, да, то, как кружит ее спутник в танце, да, все это настолько легко, настолько проникновенно. Ирина, спасибо вам огромное за стихи, Сергей, вам спасибо за музыку, за исполнение, такое вот, я не знаю, не хватает слов. Давайте кто-нибудь из вас выскажется, да, от лица авторов, да, вот в соавторстве вы написали это произведение. Ну что, я, во-первых, хочу поблагодарить Ирину, потому что я прочитал это стихотворение, и сразу, вот вы спрашивали по поводу вдохновения, вот читая стихи, сразу моментально рождается какая-то музыка. Да, да, потом что-то приходится дорабатывать каким-то образом. Вот. Решать даже какие-то вопросы по тексту. Потому что бывает, знаете, стихи от женского лица написаны, а хочется их спеть, и приходится просить автора переделать мужского. Вот. Ну а вот в этом стихотворении музыка родилась сразу и бесповоротно. Вот, спасибо, Ирине. Да, спасибо, Сергей, за выступление. Ирочка, вам спасибо за стихи. А как родились стихи? Что натолкнуло, вот если помните? Ну, я тоже хочу поблагодарить Сергея за такую замечательную песню. Я считаю, это одна из лучших вообще песен из всех, которые у меня есть, со всеми авторами, композиторами. Ну, я даже не знаю. Вот я как-то подумала, что многие пишут про наш город. И она была изначально задумана как песня. Но, в общем-то, я боялась того, что получится какая-то обычная серая песня, каких сейчас очень много про Санкт-Петербург, огромнейшее количество.
И я, конечно, я не люблю браться вот за такие грандиозные какие-то темы, тем более, которые многими уже освещались. Но вот я рискнула, я думаю, какая же я молодец. Я не знаю, может быть, вам-то как раз она покажется обычной серенькой песенкой. Мне так не кажется. Не потому, что я автор. Даже вот если бы я ее послушала, мне кажется, вот приходят люди, я вчера только выставила наши с Сергеем три песни, люди приходят, радуются, хвалят, и одна какая-то совершенно незнакомая девушка забрала к себе на страницу, всем показывает, и вчера мне написала, я уже столько раз, я уже до дыр ее заслушала, этот ваш вальс, не могу оторваться. Но это так приятно, ей-богу. Но это счастье, я считаю. Вот это как раз, вот эти самые радости и окрашивают нашу серую жизнь, как правильно Надежда сказала. Ну, погода ужасная. Но, тем не менее, вот эти радости. Вот мы пришли сегодня к вам, это тоже большая радость. А так бы мы сидели дома в четырех стенах. И спасибо, что вы нас зовете. Да, спасибо, что вы тоже вот делитесь, да, частичкой своей души вот этим счастьем, потому что действительно, чем больше счастьем делишься, тем оно, да, вот больше приумножается. И песня действительно замечательная, очень душевная, очень легкая, воздушная, такая вот. Я тоже ее вчера вот три раза прослушала за раз, можно сказать, и сегодня еще слушала. Отклики пришли очень душевно, спасибо, спасибо. Наша отзывчивая Гульфира Абдулловна из Санкт-Петербурга пришел отклик. Спасибо за чудную музыку и замечательные слова. Из Белгорода отклик. Сразу мысленно оказалась в Питере. Прекрасный вальс, только положительные, теплые, нежные эмоции. Браво, спасибо большое, наша поэтичная любовь. Тамара написала, молодцы, да, спасибо, отзывчивая. Из Санкт-Петербурга нам написали, сразу представила голубое небо над Петербургом, наши водные просторы Невы и Финского залива, ну и наши неповторимые купола и шпили. Да, об этом тоже говорилось, и да, Петербург, он, наверное, ассоциируется очень часто с куполами, с небом, с ангелами. Спасибо огромное за такие чудесные возможности прикоснуться чему-то возвышенному. Дорогие друзья, у нас остается 20 минут. Если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пишите, пожалуйста, нам в чат. Будем очень-очень рады. Ну, а я приглашаю к микрофону, наверное, кого? Ирина, кого? Вас или Сергея? Кто будет выступать? А может быть, мы послушали вторую песенку, раз у нас давайте, не так много времени. Давайте, замечательно. Какую? Напев осенний. Да. Давайте. Ну, если это интересно нашим слушателям. Интересно, я уверена. Пальцы нежно скользили по грифу гитары, то пускаясь в распек, то слегка замерев, вспоминали аккорды мелодии старой, желто-рыжей гитары, осенний напев. Звучали волнением дневные заботы, тихий звон череды нерешенных проблем и любви запоздалы высокие ноты лейтмотивом веками сложившихся тем. Рассыпались чечеткой холодных дождей и стонали, грустя, переливом особым, замирая
на грани оставшихся дней. Пальцы помнили звуки мелодии старой, то пускаясь в разбег, то слегка замелев, взяв последний аккорд, завершили устало желто-рыжей гитарой осенний напев. Закрыть глаза и слушать и погрузиться вот в атмосферу какой-то невесомости. Вот мы подобрали такую картинку, как раз желто-рыжую гитару и яркие краски осени, потому что именно вот с такой картинкой у нас ассоциировалась эта песня. Спасибо вам огромное. Хочу зачитать отклики по поводу, да, интереса. Да, не сомневайтесь, интересно, более того, восхитительно. Спасибо вам большое, душевная Ирина Николаевна. Гульфира Абдулловна написала: такая поэзия и такая музыка, как глоток свежего воздуха в суете жизни. Благодарю. Да, действительно, и в песне были такие строки, да, что у нас и суета, и какие-то дела. Из Петербурга нам написали: спасибо, Сергей, ваш голос... Мелодия песни, ее слова удивительно успокаивают, почти баюкают. Да, спасибо огромное. Вот то, о чем я говорила. Да, хочется закрыть глаза и вот очутиться в невесомости. Тамара написала: бывает, что исполнитель только портит песню, а тут само очарование. Какой великолепный союз поэта и музыканта-исполнителя. Спасибо огромное, дорогие друзья, за ваши теплые слова. Сергей, а как родилась музыка к этой песне? Вот есть слова, да, как долго вы думали, размышляли, как вот это вот вообще, вот этот творческий процесс, как он происходит? Ну вот я сейчас хочу вернуться немножечко к петербургскому вальсу. Вот музыка, которая родилась практически сразу. Мы с Ириной возвращались, если Ирина помнит, мы возвращались с концерта, с выступления в Пушкине, стояла глубокая осень, а осень в Пушкине просто замечательная и чудесная, и такие яркие краски, что сама окружающая природа заставляет что-то творить, и само место. Вот, и благо гитара была с собой, я тут же сразу ей спел петербургский вальс. Вот. И вот опять же, вот это настроение, это осеннее, эти вот яркие краски пушкинской осени, вот навеяли опять вот музыку к вот этой песне, уже вернувшись домой и открыв в очередной раз сборник Ириных стихов, вот я нашел такое стихотворение. Более того, я признался уже ей, что одну книжечку, которую она мне подарила, я ее уже буквально сотер до дыр. Она мне подарила второй экземпляр. Вот. Так что я не могу сказать, как они рождаются. Это откуда-то свыше приходит. Ничего не могу сказать. Вот как получается уж. Вот так бывает очень долго, не получается. Какое-то такое состояние настроения, души. Вот. А бывает вот прям моментально. Вот. А что касается, вот здесь вот пишут по поводу исполнителя. Я не исполнитель. Я не очень хорошо играю на гитаре. Тем более с вокалом у меня проблемы. Вот. Но я пою, потому что мне хочется петь. И больше для себя, для своих друзей.
Спасибо вам большое, самокритичный Сергей. Ну вот видите, какие отклики, да, очень скромный у нас творческий гость. Спасибо вам огромное за то, что делитесь с нами. Нам действительно очень интересно, как вот это все происходит. Ирочка, а вы что прокомментируете? Вот стихи как родились? Вот в Царском селе, да, вот справедливое замечание, что самые красивые парки осенью в Царском селе. Действительно, все ездят в Пушкин. Вот можно, Ирочка, я воспользуюсь моментом и приглашу тех, кто живет в Санкт-Петербурге, приезжайте в город Пушкин, там есть очень хороший клуб, который называется «Клуб Свет», вот как раз Светлана Оставчик из этого клуба, которая меня познакомила с вами. И Сергей этот клуб посещает. Приходите к нам, пожалуйста, 8 числа в 2 часа будет очередное заседание клуба. И думаю, никто не пожалеет. Приезжайте. Ну, я даже не знаю, что сказать. Можно я лучше прочту вот еще одно стихотворение? Я, наверное, не очень хорошо подготовилась. У меня как-то нет таких веселых. Ну, у нас всегда импровизация. Поэтому, прочту, конечно, ладно. Вот что хочется вот душе, то и мы с радостью примем. Ну вот я думаю, что да, мне кажется, надо. Забытые осенью стынут сиротски нелепо, пустые глазницы морозом подернутых луж, бесстрастно глядят на холодное серое небо, предчувствуя близость метелей и ветреных стуж. А раньше, дождавшись щедрот от осеннего ливня, и яркого всполоха серо-сиреневых туч, на темной воде пузыри надували шутливо, пока не проглядывал солнце приветливый луч. А летом они наполнялись цветными дождями, и в них отражался искринками солнечный свет, и плыли по лужам упавшие листья ладьями, плескались синицы теплу, посылая привет. Осенью эпо подернутых луж, с весенним дождем разукрасится радугой небо, смывая гравюр черно-белую зимнюю тушь. Замечательно, Ирина, вот все ваши стихи, они такие с легкими нотками, ну, грустинки, да, можно так сказать. Но вот грусть и радость, наверное, счастье, они идут всегда рука об руку. Да. И очень часто ваши произведения заканчиваются какими-то надеждами, да, какими-то ожиданиями, что придет весна, будет радуга, будет снова синее небо высокое, да. Спасибо вам огромное за такие чудесные стихи. А я хотела бы вот немножечко еще пообщаться с Сергеем. Сергей, а почитайте нам что-нибудь? Вы же, ну, пишете стихи, вот, может быть, чем-то вот прям вот распирает, хочется поделиться. Спасибо, конечно, за такое внимание к моей персоне. Вот, нет, ну давайте, я сейчас хочу немножечко уточнить по поводу, вот Ира пригласила в Пушкин, Царское село. Это не заседание клуба, там такое название, слово не очень, наверное, правильное. Это будет концерт. Это будет концерт, где будут выступать как приглашенные гости, так и наши друзья, творческие просто люди, как поэты, так и композиторы, так и певцы. Вот. Так что приезжайте, не пожалеете. Это что касается 8 числа, 2 часа. Вот есть группа ВКонтакте, можете посмотреть, в общем, приходите. А что касается своих стихов, ну, давайте, наверное, это оставим на следующий раз. Вот. Почему? Потому что это вопрос очень сложный для меня. Ну, я не знаю, я не считаю себя поэтом, что вы, нет, конечно. Вот какой я поэт. Вот по сравнению с Ириной, у меня стихи какие-то такие совсем детские. Даже не знаю. Вот, хотя послушайте, может быть, и что-то понравится, может быть, чему-то они заставят чего-то подумать. И вот для меня, наверное, все-таки песни и свои какие-то стихи все-таки. Я бы говорил так, я вот уже как-то говорил, это либо исповедь, либо проповедь. Но проповедь не в плане поучения какого-то там
а в плане какого-то, какой-то передачи жизненного опыта, я не знаю, своего мироощущения, мировосприятия. Вот. Вот такие вот песни, они в основном для меня, для выражают мою точку зрения, какое-то мои ощущения. Вот. А вот на Ирины стихи есть еще одна песенка. Вот как раз она, в ней говорится о том, что все-таки вера, надежда на какие-то лучшие перемены жизненные, на счастье жизни, которое будет, обязательно будет у всех. Вот такая песенка. Да, спасибо большое, Сергей. Да, давайте послушаем. У нас остается 5 минуток и еще пообщаться успеем. Очень не хотелось расставаться, да, как-то вот отвлекаться вообще от слушания. И действительно, вот нам Тамара написала: негромкий, ненавязчивый голос обвораживает слушателей, да, я бы сказала, обволакивает даже. И вот Ирина Николаевна наша совершенно справедливо заметила бархат, да, то есть вот такая нежность голоса ассоциируется именно вот с бархатистостью, какой-то лаской. Ирина у нас улыбается, Сергей так немножечко. Мы поняли, что он очень скромный. Спасибо вам огромное, дорогие друзья, за то, что вы нам подарили вот этот вот восхитительный час. Он, к сожалению, уже подходит к концу, и нам нужно прощаться. И еще хотелось бы немножечко пообщаться с нашими слушателями. Надежда Петровна, ну давайте немножечко пару слов вот в заключении. С чем уходите, что для вас сегодня было наиболее... Может быть, вот чувственно. Ну, вот я последнее Ирина стихотворение написала там в чате.
что я действительно просто не понимаю. Это какой мозг должен быть у человека, чтобы вот в лужах вот это все увидеть. Ну, обычно бежишь, наступишь, выругаешься, дальше бежишь. Ирина, ну, я не знаю, меня всегда потрясали вот люди, они творческие люди, которые творили картины, там стихи, там, так как у нас туристское было детство, юность была. Конечно, гитары, это был человек, это Бог был для нас гитарист в группе. Поэтому это достойно восхищения, и ну вот тогда это воспринималось, ну, как должное. Ну да, ну ладно, ну пишет, там рисует. Вот сейчас я только начинаю понимать, что, боже мой, а как? Так что восхищение и благодарность. Спасибо вам большое. Спасибо, Сергей, спасибо, Ирина. Спасибо, благодарю вас за доброту. И спасибо вам большое, что вы о Сергее столько сказали добрых. Вот он на самом деле всегда скромничает, он сидит на последних рядах в клубе, он тише всех поет, а ведь он действительно очень талантливый человек. И спасибо, я так рада, что вы ему это все сказали. Спасибо, спасибо. Да, спасибо огромное, дорогие друзья. Ирина Николаевна, подключайте микрофон, давайте поговорим с Лучезарным Ижевском. Размяк, что можно сказать? Только низко голову склонить перед двумя талантами, Сергеем и Ириной. Поклониться буквально в пояс, я не знаю. Они открывают душу перед нами свою. По факту. Так получается, мы все люди земные, ходим по этой грешной земле. И, конечно, нам этого не хватает, одухотворенности. Вы нам это даете, Ириночка, спасибо, и Сергей, конечно, вы все это спасибо еще большое. Больше вложили смысла своим голосом проникновенным в стихи Ирины. И там такой тандем у вас замечательный. Ой, только вздохнуть остается сейчас. Ой, мы будем стараться и в дальнейшем. И самое главное, то, что мы делаем, приятно вам, и за это мы вам очень благодарны. Да, именно так. Спасибо. Да, спасибо огромное, Сергей. Ирин, ну и от вас тоже парочку слов в заключении, что вам сегодняшняя встреча дала, какой вы от нас уйдете сегодня, к сожалению, уйдете. Спасибо большое. Очередная радость. Вот наша встреча – это очередная радость для меня. Так что, если вы будете меня приглашать, я буду с радостью приходить. И буду Сергея звать с собой, если он захочет еще раз прийти. И я хочу в конце прочесть совсем коротенькое стихотворение, которое называется «Краски слов», вот как раз подходящее под нашу тему. Жизнь не беззвучное молчание, в ней краски разноцветных слов, сияет радугой признания, мотивы песен и стихов. Жизнь не бесцветна, словно ветер, палитра яркая акварель. Однажды солнцем на рассвете придет весна, придет апрель. Жизнь не пропустит нужные даты, и в праздник расцветет сирень. Очнись, почувствуй ароматы, счастливый час, счастливый день. Живи надеждой и мечтами, живи, люби и просто верь. Весна капелью и ручьями откроет дверь, другую дверь. Спасибо. Ирочка, спасибо вам огромное за такие слова. Вот действительно в самое сердце. Вот прям, я думаю, что каждый из нас, да, слушая такие строки, ощутил дуновение свежего осеннего ветерка, услышал трели птиц и действительно вот ощутил ароматы, да, которыми полна пряная весна. Спасибо вам огромное, дорогие друзья. Сергей, низкий вам поклон. Спасибо, что вы приняли наше приглашение, да, пришли к нам в гости. Очень надеемся на то, что вы еще раз к нам придете, еще и еще много раз, и мы будем счастливы общаться здесь с вами.
что вы будете снова творить и с нами делиться. Дорогие друзья, Ирина, Сергей, я вам хочу пожелать, наверное, вот от лица всего нашего такого большого коллектива «Счастья жизни» и всех тех гостей, которые к нам сегодня присоединились, конечно же, дальнейших творческих свершений, побед, достижения новых творческих вершин. И желаю стихи слагать от сердца и петь песни от души. Вот. Спасибо большое. Конечно, очень много спасибо. Чувств, но спасибо я вот большое. Так вот кратко, потому что действительно то, что вы делаете, это ну вот до слез. Очень приятно, настолько трогательно. Спасибо вам огромное. Приходите еще к нам, мы с радостью с вами встретимся. Тоже уже, можно сказать, родные люди мы здесь все. И очень приятно, что вот есть такая у нас замечательная возможность. Хоть некоторые от нас очень далеко, но все равно вот мы вместе, мы рядом, мы можем заряжать друг друга чем-то хорошим, добрым, светлым, вечным. Дорогие друзья, я вас всех благодарю за сегодняшнюю вашу активность, за ваши отклики, за ваши теплые слова. Хочу пригласить вас на следующий онлайн-совет. Он будет уже на следующей неделе, во вторник, 10 декабря. И мы потихоньку-потихоньку подходим к Новому году. Мы поговорим на следующей встрече о подарках, которые предлагает компания «Гармония». Поэтому подключайтесь, 13 по Москве. Будет интересно, познавательно, как всегда, и душевно. До новых встреч, дорогие друзья. Я вам всем желаю любви, здоровья, достатка, счастья в жизни. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Спасибо.